Здравствуйте! Добро пожаловать на канал Мыло Опт. И сегодня мы представляем вашему вниманию обзор лаурет сульфат натрия. Это детергент, поверхностно-активное вещество, представляет собой амфифильное вещество, применяющееся при производстве большинства моющих средств, шампуней, зубной пасты, косметики для образования пены. Действует менее раздражающе, чем лаурет сульфат натрия. Свойства таковы: пенящийся агент, поверхностно-активное вещество, амфифильный пал. Рекомендации по использованию таковы: мыло ручной работы, подходит для мыла с нуля, зубная паста, средства по уходу за полостью рта, шампунь, гель для ванны, бальзамы для волос, кондиционеры, крема, лосьоны для лица, пена для ванны, детские шампуни. Вот такой бутылочке мы отправляем лаурет сульфат натрия нашим покупателям. Спасибо, что посетили наш канал. Не забывайте подписываться, ставить лайки. До новых встреч!